Всем привет! Вы на канале Маршмелка ТВ Дари. И сегодня я вам покажу пятую часть обзора игры симулятор леопарда онлайн взлом. Так. Надеюсь, вам не хорошо. Побежали. Зоны тигра. Какая красивая. Кстати, такой смайлик, который я сейчас написала, это означает... Ну ок, хай. Ой, хай. Зачем мне писать? Непонятно. Люси Лоси, сори, если ты смотришь это видео. Наверняка будет много опыта. Ну, блин.
смысле? Не понял. Не поняла. Так. Вроде все работает. Зайду еще раз. Простите за посторонние звуки. Моя подруга. Наркоманка – это моя подруга. Простите за ее имя, ник.
голосовой. Ку-кун, чем ты ее бьешь? Я что-то не пойму. Вот это прям интересно. Thank you.
Вот ты чё, ну дурак? Да слышь, ты сам... Смотри видео, я не виновата. Ва. Так, смотрим, скоро босс выйдет. И это пятая часть. Блин. Покажите, если она ничего не делает. Просто вы делаете так, и все. Ручки какие-то. Да ёшкин, ты чё вы матом-то? Наркоманка, сама. Блин, жалко Настю. Ой, как лагает. Какого уровня мы команда достигли? Ооо, прикольно. Ничего, а что? Не понял. Всем пока. С вами была я, Маршмелка, ТВ Дария. Подписывайтесь на канал, ставьте.